Начальник Ноябрьского департамента по имуществу привлечен к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Оно было выявлено после проверки, которую провели сотрудники Ноябрьской прокуратуры. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства. Так, в июне начальник юридического отдела департамента по поручению своего руководителя представлял в суде интересы коммерческой организации, то есть юридического лица, а не органов местного самоуправления. По результатам рассмотрения информации прокурором города начальник НГДИ привлечен к административной ответственности. Кроме того, в адрес главы городской администрации уже направлены соответствующие данные для рассмотрения на заседании по урегулированию конфликтов интересов.